Еко ТВ. В проєкті «На часі» ми спілкуємося про актуальні питання суспільного захисту громадян з експертом Володимиром Резніченко. Пане Володимир, ви говорите про активність громадян, про активність громади, і начебто видається, що державні органи тільки протидіють, тільки заважають, і на цьому все. Але, як я розумію, що багато і посадових осіб, і багато наших депутатів, і місцевого рівня, і які працюють в Верховній Раді, вони постійно вам допомагають, надають підтримку, співпрацюють з вами. Яку актуальну допомогу наразі вам надають якраз от депутати місцевого рівня? В Дніпровському районі більше, ну, я можу порівняти з іншими районами, да, то есть, в Дніпровському достатньо активні депутати. Опять-таки, їх треба направляти і давати їм. От у нас був недавно на засіданні з депутатами, ну, прийшло 6 депутатів Дніпровського району, там один із членів громради потянув руку, говорить, там от школа є, там заброшена, там шприці валяються, а чому б її не вивезти там фонд, ну, щоб вона опять работала, як учебне заведення, школ не вистачає, очередя. Депутат обратився к депутатам. Депутат говорить, окей, давай, ну, всю інформацію я буду делать. І пройшло вже 2 тижні. Депутату никакая информация не пришла. Поэтому, соответственно, тут зависит уже, наверное, 50 на 50, или может даже больше, от инициатора. Вот инициировала громадскость. Активнейше треба до да, то есть и тогда, если депутаты, как правило, ну, там, здесь вполне адекватные, вменяемые, нормальные люди, тем более они хотят работать на свою политическую карьеру, то они занимаются, помогают в меру своей возможности. Другой момент, что они могут, я сейчас не к привязке какому-то конкретно, просто, ну, в целом, они могут говорить у нас одно, и депутаты Верховной Рады приходят на заседание, да, там, Громрады и районной, и они могут говорить одно, тобто соглашаться. Тобто на загал, на камеру, может, да, а потом, как бы, обещать, а далее они могут даже вынести этот проект, который там просят по той же Горбачихе, допустим, чтобы заповедать. Человек выносит на комиссию и потом на голосование, но он заведомо будет понимать, что он тут и громаде догодив, да, то есть взял и вынес, он будет понимать, что за него не проголосуют. Поэтому как бы даже депутат, который помогает это делать и выносит, в принципе, он делает тоже какую-то часть работы. А в дальнейшем вот Киеврада не проголосовала за заповедание какого-то участка. И все как бы. Ну, я знаю, что у вас відбувалася співпраця і з Верховною Радою. Зокрема, ви співпрацювали і багато було зроблено з Антоном Поляковим. Ви могли би нагадати про ті події, які сталися з ними? Я знаю, що ви буквально перед цими подіями також з ним спілкувалися. Ну, перед этим ми общались онлайн, как бы переписывались. Кстати, предмет был разговора, я после эфира на ЕКТВ предложил вашему ведущему, говорю, интересно, говорю, там, с Поляковым, там, еще там с людьми публичными. Она говорит, да, интересно. Я написал Антону, говорю, что вот есть такой канал, и он сбросил свой телефон для контакта. В принципе, был предмет для общения. А начали мы с ним общаться, когда он не проголосовал за рынок земли. Мы тогда со «Слуг народа» и с Яцек Юлией Григорьевной познакомились, и с Антоном, как бы, ну, познакомились как. То есть списались через помощника, что мы хотели бы там взять комментарий. Встретились на втором этаже, там пообщались. В целом, как бы, я позитивно оценивал, когда он вышел из «Слуг народа», то есть то, что он говорили, допустим, может, вы там не в курсе, что он там Коломойского, интересы там, ну, он зашел потом в фракцию. Разные слухи да. были там. Это все началось с того, что он голосовал, там 6 тысяч поправок было от него по, как говорят, антиколомойскому закону. Но закон, как бы, больше это я бы назвал антибанковский, а не антиколомойский, о котором речь тогда шла, потому что этот закон давал полномочия НБУ, который у нас, по сути, не совсем суверенный орган на данный момент, полномочия лишать банки лицензии, они потом не могут оспаривать в судах. То есть это если кратко. То есть такие драконовские меры, которые, ну, в нормальном демократическом обществе такого быть не должно. Ну, как я, например, считаю. И в целом мы общались, ну, как бы, по многим видно такие моменты, когда с депутатом общаешься, он тут тебе одно говорит, а тут же через 3 дня списываемся, мы же договаривались, он про тебя уже забыл и типа скидывает. То с Антоном такого не было, он, в принципе, достаточно был активный. Короны на голове не было, он общался всегда там напрямую. Что касается его смерти, то как бы у нас почти все сходятся к тому, что это не природный у него случился инфаркт или там сердечная недостаточность, поскольку... Ну, він молодий, здоровий. Молодий, здоровий, на серце не жалувався. Да, да, то есть, опять-таки, всі його чернігівські, от, опрос зробили журналісти на похоронах, там, мог випити алкоголь, а причому знайшли в нього алкоголь там
до 1 промилла, это 200 там, грамм какого-то да, алкоголя. То, что у него метадон в крови нашли, ну это либо метадон добавили, чтобы препараты, которые вызывают сердечный приступ, в том числе растительные, их в нашем протоколе при вскрытии, их просто не ищут. То есть он даже может быть, но его просто в протоколе, особенно если никто не будет на этом настаивать, то просто наши судмедэксперты его не могут найти по той причине, что они его не ищут. А зато если будет метадон, то, о, смотрите, метадон. Хотя метадон, по большому счету, ну, то, что Поляков метадон не употреблял, но это 200%, потому что я, допустим, сам родом с Кривого Рога вырос там, я наркоманов много видел, очень такой у нас наркоманский регион. Сейчас я помогаю тоже людям, есть реп-центр «Исток», которые как раз занимаются наркоманами, так в том числе и метадоновыми, которых якобы спасают тем, что пересаживают на метадон по официальным программам, а, соответственно, дальше наша система не идет. То есть они так и на метадоне и сидят годами и умирают еще быстрее, чем от обычных там наркотиков. Так вот, метадон — это самый дешевый примитивный наркотик, который, ну, Антон Поляков, там, да и другие депутаты, я уверен, не употребляют. Там могут кокаина понюхать, наверное, некоторые, но я думаю, ему либо в таких дозах ему отравили его, чтобы, ну, подсыпали, да, то есть его каким-то образом, чтобы писать потом. Но, скорее всего, я склоняюсь к тому, что метадон — это просто отвлекающий маневр, такая дымовая завеса, чтобы його нашли. Від тих реальних подій, які відбуваються, да, це щоб навіть відволікти від його особистості, від його діяльності. Он очень жестко в последнее время пошел в оппозицию. Мы телеграм-канал, ну, репостим его, он там нас иногда репостил, наш телеграм-канал. И мы как бы, ну, он достаточно жестко критиковал по всем моментам. Вот последний день, когда он умер, он же созывал внеочередную сессию, чтобы проголосовать, чтобы поднять пенсии людям минимальные до прожиточного минимума. У нас сейчас меньше, чем прожиточный минимум. Ну, и пишут, что типа, посмотрите, никто не пришел, слух там. А які от сьогодні актуальні от питання ви піднімаєте в громаді, в які ви відстоюєте напрями діяльності? І які проблеми з цього питання якраз виникають? Які проблеми ми... Основні проблеми, з якими ви зараз працюєте, які напрями? От забудова йде у вас, ну, конкретно... потім у вас іде питання з парками, іде питання з дитячими садками, іде проблематика, пов'язана з продажем алкогольних напоїв біля шкіл. Які ще, наприклад, такі найбільш глобальні? Ми зараз активні всього стали роботи через громради, тобто, якщо раніше ми могли самі куди-то поїхати, підключитися, або щось, то зараз майже вся наша діяльність йде через громради. В нашій організації, общественної, ми в 4 громрадах представлені по Києву. У нас... Громради как устроены? Там есть комитеты, плюс-минус, которые дублируют те же комитеты в КМДА. То есть там по образованию, там, экология, там, благоустрой и так далее, и так далее. То есть я комитет возглавляю в Днепровской по громадской экспертизе. То есть, условно говоря, у меня больше как выконавчий орган. Люди обращаются с одним, со вторым, с третьим. Эту проблему эти комитеты скидывают там, на меня, и я уже ее оцифровываю, собираю и подаем на экспертизу. То есть вот так вот как бы устроено. Если есть какая-то у меня инициатива, например, вот Горбачиху вот я в который раз поднял, потому что про нее уже забыли. Я вот на прошлом заседании говорю, так а что с Горбачихой делаем? То есть есть такая организация «Киевский эколого-культурный центр» Владимира Борейко. Они в свое время хотели заповедать 10 гектар, но не сошлись с местными активистами. И как так, бы... для того, чтобы пояснить нашим глядачам, це питання пов'язане как раз с зелеными насаженнями, пов'язане з парками, з по-разному бывает. Вот обратились мы тоже к Раков на Русановке. Строят, вбухали кучу денег, крыша течет, то есть и плюс там даже поверхностная экспертиза, которую начали уже проводить, еще не закончили, уже выявляют кучу нарушений. Вот мы по нему начинаем подавать. Это вроде бы как и не зеленое насаждение, и не это, но вот людей тревожит этот момент, что деньги воруются, а ремонт нормально не делается. Более того, там многих работ, которые не надо было делать, начали делать. Зачем-то еще положили слой там цементов 20 или 30 тонн на крышу, а сами опоры не усилили. То есть такие моменты, которые вообще могут привести еще, не дай бог, к обрушению кровли. Тем более она сейчас протекает после ремонтных работ. Поэтому как бы вот там разбираемся. Но опять-таки есть активисты сами с Русановки, которые собирают информацию. И... Потом вы каких-то экспертов, будівельников до себе... Да, опять-таки добровольцев, которые готовы на общественных началах это делать. Они работают медленно, они работают не всегда качественно, поскольку
ну, там, собрать, допустим, с той же громады там, 10 тысяч гривен, чтобы заплатить экспертам, чтобы все это быстро сделали, это тоже проблематично. И опять-таки этим должен заниматься не я, а те, кто инициировал. Вот инициировала группа людей по Кракову. Вот, по сути, вот там вот на Русановке это можно было бы сделать и собрать. Ну, как би. Ну, ми бачили, нещодавно почали активно прибудинкові якраз території там приводити до ладу, почали робити дороги у подвір'ях. І водночас тут же ж побачили, що всі ці лівньовки, вони всі не працюють. Постійно у нас є підтоплення різні і так далі. Це також є компетенція вашої діяльності, чи це ви залишається поза вашою увагою? Це все компетенція київської власті. Звісно, а ми можемо тільки впливати. Але ви подаєте сигнали. Зараз є і гаряча лінія в київської влади і так далі. Долучаєтесь ви до цієї роботи? Ну, до лівньовок я не пам'ятаю, щоб ми долучались. Ні я конкретно, ні хто-то з моїх знайомих. Ну, як би, да, вопрос этот актуальний. Ну, в цілому, я ж говорю, що є ініціатори, от вони приходять в громраду з якоюсь проблемою. Люди, які навіть там не состоять. Просто звичайні громадяни, там, навіть не активісти, от там. Какая-то проблема там в школе, там считают или это, мы ее рассматриваем, требуем у них, просим письмовое звернення, соответственно, дальше разбираемся в проблеме, если там реально есть проблема, то дальше уже начинаем работать с властями. Власти, как правило... Чи ви підтримуєте звернення до судів, або ви самі подаєте якісь позови, і потім допомагаєте або добиваєтесь того, щоб було вирішено питання якраз на користь громади або організації? От громради у мене опиту не було того, щоб подавати в суди. А так як активісти нашої організації, то були моменти, коли ми допомагали людям, якраз от це от по колекторам, коли люди да, забирають, ми просто об'ясняли алгоритм дій, як робити, що робити. І були тоді навіть там адвокати, які брали за це безплатно. Тобто, як мінімум, правильно составити там позов, обращення. І люди, які думали, що вже все, допомоги чекати неоткуда, тут починали боротися. І в принципі, коли я ж говорю, там документи неправомірне туди, бачили, через, що там через, незаконні, тоді можна да, через суди там це все получалось как бы сделать, потому что многие люди есть финансово грамотные, там юридически грамотные, а есть такие, которые даже не знают, ну, вот, попадаются на какие-то псевдоадвокаты, ты потом смотришь на это все, они непонятно чем занимались, а уже все профукали, там полквартиры уже у них забирают, как бы, и уже на цьому етапі допомогти тяжело, але, тим не менше, можна знайти якісь моменти, щоб... Це питання ще, окрім того, щоб наші громадські організації зверталися до судів і так далі, це питання ще і законодавства. Застаріле законодавство, застаріле житловий кодекс, у нас недосконале якраз процесуальне законодавство. В цьому питанні ви також долучаєтеся до діяльності, тому що є і громадські ради, і при... кабінеті міністрів і при інших. Є, при Мін'юстах є, да. В основному туди, допустимо, в силові структури, в НАБУ, в ГБР, це в основному туди націоналістичні організації заходять плотно, там, да, там, при цих самих, ми туди навіть не питалися. От при Мін'юсті у нас знайомі є, при Міністерстві соціальної політики. Ну, опять-таки, все залежить від уже лічних качеств того чоловіка, який зайшов в ту же громраду. Тому що например, к нам обращались когда-то ОСН «Контакт», орган самоорганизации населения с Деснянского района. И их рейдернули, причем ну, просто собрались там в парке, переписали, привезли людей каких-то, которые прописаны были типа на территории ОСН, ну не прописаны, а типа зарегистрированы по фиктивным договорам аренды. И опа, они стали собственниками, не собственниками, а керівниками ОСН. Так вот, дякую, пане Володимир, за цікаве інтерв'ю. Нам вже треба завершувати за вашу активну громадську позицію. На ЕКО-ТІВІ в проєкті «На часі» про актуальні питання суспільного захисту громадян, про боротьбу з рейдерськими захопленнями, захопленнями землі, про незаконну забудову ми спілкувалися з експертом Володимиром Різніченка. На все добре, залишайтесь з нами.